Здравствуйте, добро пожаловать на уроки французского языка. Je m'appelle Alexandre, je suis professeur de français, et aujourd'hui je vous invite à l'étudiant du français. Étudiant du français – это канал, который предлагает вам различные виды деятельности. В сегодняшней рубрике «Groupe de verbe» – глаголы первой, второй и третьей группы – мы будем изучать некоторые глаголы третьей группы. Я поделил самые важные и самые употребимые глаголы на несколько списков. Сегодняшний список 2 имеет 15 глаголов третьей группы. Первый выпуск – учить глаголы. В следующем выпуске – применять глаголы. Я расскажу вам об этих глаголах и об их применении. Ну а мы с вами начинаем изучать эти глаголы. Attendre – ждать. Dire – сказать. Partir – уехать. Descendre – спуститься. Tenir – держать. Если вы знаете эти глаголы, то переходим к следующей форме работы. Но если нет, отмотайте запись назад и повторите эти глаголы. Ждать по-французски? Правильно, attendre. Сказать по-французски? Правильно, dire. Уехать по-французски? Правильно, partir. Спуститься по-французски? Правильно, descendre. Держать по-французски? Правильно, tenir. Если вы 5 раз услышали слово правильно и с этим абсолютно согласны, то вы справились с первыми 5 глаголами нашего списка. Если же нет, отмотайте запись назад и повторите еще раз. Кстати, повторяя глаголы, вы можете произносить их вслух. Это даже лучше. Ну а мы с вами переходим к следующим 5 глаголам. Naître – родиться. Mourir – умереть. Écrire – написать. Lire – читать. Répondre – ответить. Если вы знаете эти глаголы, переходим к следующей форме работы. Родиться по-французски. Правильно, naître. Умереть. Правильно, mourir. Написать. Правильно, écrire. Читать. Правильно, lire. Ответить. Правильно, répondre. Я надеюсь, вы справились с этим заданием. Если же нет, отмотайте запись назад и поучите еще немножко. Ну а мы с вами переходим к следующим 5 глаголам списка 2. Devenir – становиться. Connaître – знать. Vouloir – хотеть. Pouvoir – мочь. Devoir – долженствовать. Правильно. Если вы знаете эти глаголы, переходим к следующей форме работы. Если же нет, отмотайте запись назад и, послушав, повторив, выучите эти глаголы. Становиться по-французски. Правильно, devenir. Знать. Правильно, connaître. Хотеть. Правильно, vouloir. Мочь. Правильно, pouvoir. Долженствовать. Правильно, devoir. Вот такие глаголы я предложил вам сегодня. Посещайте Étudiant du français, и в следующих выпусках вы узнаете
другие списки, другие глаголы, другие темы. А сегодняшняя рубрика «Group de Verbe» вам предложила список 2 «Учить глаголы». Напоминаю, что в следующем подкасте выйдет список 2 «Применять глаголы». Подписывайтесь на «Etudiant du Français» и будьте всегда в курсе всего самого нового и интересного, полезного для речи. Et moi, je vous laisse. Si vous avez eu des questions, n'hésitez pas, écrivez à l'étudiantdufrançais@gmail.com. En vous remerciant, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.